Я думаю, что не стоит лишний раз напоминать о важности событий, которые сегодня совершаются, тем более это уже пятилетние юбилейные события. Не только на словах, но и на деле, вживую, совершается большое и огромное дело. Дело прививки любви к нашему Отечеству. Я постоянно напоминаю слова праведного Иоанна Кронштадтского. Без любви к Отечеству земному не может быть любви к Отечеству небесному. В минувшие выходные в Дмитровском городском округе проходила юноармейская военно-спортивная игра «Северный рубеж». Игра была организована Дмитровским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство и благочинием Дмитровского церковного округа. Завтра нас станет в два раза больше, они всем разрешили приехать с ночевкой. Вот, наверное, боятся клеща Валеру все, но мы его повели. И сегодня этот турнир, турнир «Рубеж», «Северный рубеж» мы открываем. Первый день игры посвятили устройству палаточного лагеря. Участники демонстрировали, насколько хорошо умеют обустраивать свой быт, готовить ужин в полевых условиях и организовывать жизнь в лесу. В этом году в игре приняло участие 21 военно-патриотическая команда из Деденева, Дмитрова, Новосенькова, Рогачева, Горшкова и Останкина, а также из Москвы, Подольска и Солнечногорска. Всего более 120 человек в возрасте от 11 до 17 лет. В номинации за лучший лагерь победила команда «Партизан-1» из Москвы. На второй день игры «Северный рубеж» каждая команда должна была совершить марш-бросок по обозначенному маршруту. Протяженность 8,5 километров по пересеченной местности. Участникам пришлось организовывать переправу через реку, идти вброд, преодолевать бурелом. Данная военно-спортивная игра уже не первый год проходит на территории бывшего дивизиона ПВО у деревни Подвязного. Что нравится, что легко давалось вначале? Легко давалось, конечно же, сборка и разборка автомата Калашникова, потому что главное знать только как его нужно собирать и разбирать, а остальное уже само приходит со временем. Все, на самом деле. Ну, мне, наоборот, давалась стрельба из винтовки плохо, но потом я понял, как нужно стрелять и научился. А что нравится больше всего? Разборка, сборка автомата. Мне стрельба из винтовки. Какие навыки в жизни пригодятся, как думаете? Я считаю, самым главным навыками это медицинская подготовка, потому что мало ли что может произойти. Как такового знания, главное, чтобы их в реальности не применить, а просто знать на теории. Я считаю, это самое главное. Больше уверенности в себе дает, да? Да. И еще, когда, допустим, учат разводить костры, и это пригодится в жизни самого КСВ. Я согласен с товарищем, то, что он сказал. Вполне. Всего у игры было 14 этапов, где команды выполняли задания по выживанию в чрезвычайной ситуации, оказанию доврачебной помощи, определению координат по организованной линии связи, захвату флага, преодолению искусственных препятствий, знанию азбуки Морзе, вязанию узлов, перемещению по отравленной территории. Оценивалась и многозадачность участников. Один из этапов военный корреспондент предполагал создание репортажа с марш-броска. Лучшим было признано видео Деденевской школы. Полностью до конца проходит. Нет, давай, я не смогу. Да давай, пошел, что ты? Давай, давай, сиди, не бойся. Давай, давай. Территория заброшенной воинской части – оптимальное место для подобных соревнований. Здесь остались плац, ангары, бункеры, контрольно-пропускные пункты. Лесистая территория, перемежающаяся с полями и речками, идеально подходит для соревнований, в которых ребята продемонстрировали свои военно-спортивные навыки. Мы постарались, подготовили новую программу соревнований. Есть те этапы, которые на прошлой игре у нас не было. Вот это полосы препятствий. Ребята будут проходить тропа разведчика, так называемая. Вот, отравленная территория, то есть будут работать на реально отравленной территории, условно, конечно. Вот, водную преграду преодолевать вплавь, вот, то есть без использования плавсредств вброд. Так вот, стала более интересная игра. Ваша роль? Я инструктор, стою на этапе
Команда приходит, я их принимаю, рассказываю, что делать, они выполняют задание. Ну, по Владе надо пару слов сказать. Да. Просто это наш птенец, который вырос вот в такого инструктора. Да. Была вот таким маленьким ребенком, но сейчас занималась, и она не одна, таких у нас много. И они сейчас у нас являются ядром молодежного, Дмитровского молодежного боевого братства. По итогам судейских подсчетов первое место заняла команда «Русич» из Рогачева. Второе – Деденевская школа. Третье – «Пламя» – Синьковская школа номер один. Победители и призеры были награждены призами, которые им пригодятся в полевом быту. Палатки, рюкзаки, столы, термокружки.